Доброго времени суток! Говорят, что хороший понт дороже денег, и очень часто бойцы ММА и бокса пытаются провести стратегически грамотный понт, чтобы показать, насколько сильно они доминируют над своим противником, и вовсе не обязательно этот понт должен соответствовать реальной действительности, ведь очень часто тот, кто ведет себя вызывающе, в конечном счете отхватывает от противника. В этом видео мы посмотрим на несколько таких ситуаций, доказывающих, что справедливость очень часто торжествует. А прежде чем мы начнем, я попрошу вас поддержать наш канал и поставить палец вверх. В этом бою один из спортсменов начал ощущать себя слишком смелым и бессмертным, и потому всеми силами показывал противнику, что его удары как укусы комара. Но это продолжалось ровно до тех пор, пока ему качественно не пробили первый удачный удар. А здесь у нас бой по правилам бокса между фитнес-инструкторшей, которая обещала уделать простую деревенскую бабу. Но как оказалось, эта деревенская баба имела обширный опыт уличных потасовок на деревне. И само собой, у фитнес-инструкторши не было ни единого шанса. Перед началом боя один из спортсменов крайне вызывающе вел себя по отношению к своему противнику. Этакая попытка морального давления перед боем. Но как только прозвенел гонг, реальность оказалась совершенно иной. А этот боксер, видимо, состоял в какой-то сборной по футболу, потому что решил применить против своего соперника уже проверенную временем схему самонокаута прямиком с футбольных полей. Только посмотрите на этого парня. Он назвал себя уличным бойцом и пришел в спортзал ММА, где бросил вызов местному бойцу с целью доказать, что октагоны ММА — это просто обнимашки и спорт, а вот он якобы самый настоящий боец. We'll be right back.
А в этом бою, видимо, брат предыдущего уличного бойца с весьма похожей техникой и навыками, и само собой с похожим итогом боя. Крупный боец недооценил своего маленького соперника, чем и совершил фатальную для себя ошибку. Только посмотрите на этого парня в серых штанах. По воле случая ему удалось красиво увернуться от удара, будто он сам Джеки Чан в кино. После этого он, видимо, поверил в свое превосходство и расслабился, а его соперник вернул парня из мира фантазий в реальную жизнь. Боец, которому на стройке упало ведро с краской на голову, всеми силами показывал, насколько он крут во время face-to-face. А этот танцор диско временно раскрыл в себе таланты Мухаммеда Али. И чем это закончилось? Давайте посмотрим. Друзья, посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.